Дорогие друзья, город Пермь, 24 апреля, открытая пультовая снова с вами. Прошу каждого представиться, рассказать, чем занимаетесь, на каких пультах работаете. Меня зовут Антон Аборин, работаю в родном дворце культуры родного университета. И также год назад создал свое дело, это больше, понятное дело, банкеты, корпоративы и так далее. Веселюсь без пультов, веселюсь с лайт-конверсом. Ну, все всегда мне говорят, что неправильно лайт-конверс создан для этого, но я подстраивал его под себя, и пока мне его хватает на данных объемах. Спасибо, спасибо. Дальше. Меня зовут Павел, Пермский театр культуры и балета. Работаю на ТЕСИ, занимаюсь светом. Класс! Супер! Меня зовут Данил. Пока нигде не работаю, учусь, но есть небольшое свое дело. Какое? Ну, тоже свет. Свадьба такая. Похороны. Да. Дальше Данил. Данил. Работаю в дворце молодежи города Пермь. На ходе. Я работаю, но тихо не вижу его. Мне не нравится. Чем? Больно заморочено. Также свое дело. Вместе работаем, занимаемся одним делом. Здорово. Спасибо, спасибо. Что дальше? Я зовут Юрий Титов, работаю в большом зале филармонии города Перми. Знаю, где Кансус, Фоб, более-менее нормальный. Свет вперёд. Супер! Привет, я Артем, город Соликамск, ДК завод «Урал», работаю на «Роадхоке». Все. А это далеко отсюда? 200 с лишним километров. Ого, видишь, что пройдел такой. Просто это, в этом городе Перми, я всех посадил на «Кансус». Так. Вообще всех. Не все. Все исключения пока. Пока. А так у меня в городе Перми, на самом деле, сейчас 5 площадок, где работают как-то. Отлично. Оксана, работаю в ТЮЗе, на пульте компилайт, знаю Коб, Конвер. Вот, все. Всем привет, меня зовут Вадим. Я приехал из города Артемовск из Свердловской области в Пермь. Специально, чтобы пообщаться, получить колоссальный опыт и колоссальное удовольствие. Я не буду говорить, на чем я работаю, но сейчас, в данный момент, изучаю Камсис и хотелось бы перейти на эту платформу. Супер. Это далеко, да? Отсюда. Да. Ну, это 480 километров. Ты специально проделал этот путь, чтобы да. Сегодня здесь оказаться? Я сегодня встал в 5 утра, приехал сюда в 11. Вот я здесь. Ну, ты как прокатчик. Попрошу вас поделиться, просто пару слов сказать, какие-то эмоции, как сегодня прошел день, был ли он полезен для вас. Удалось ли мне ответить на какие-то вопросы, интересующие вас? Мне понравилось управление джойстиками. Прям очень. Супер. Эти пушками? Да, пушками. Люди из толпы снимали, как бы выглядело, они же не видели, чем их снимали. Да. Чтобы, если так, знаете, фу играет, ага. Что такое. Люди снимали, по-моему, классно. А что тебе понравилось? Больше всего я люблю критику. А ее не будет. Почему? А все понравилось? Все было вкусно. Ну, будут идеи на самом деле. Я немножечко накидал. Почему я так люблю это дело? Потому что, когда ты находишься внутри, глаз замыливается. И несмотря на то, что я каждый концерт сам себе выписываю какие-то ошибки, правки, на следующий концерт их исправляю, вношу дополнение, и все равно взгляд со стороны коллег, он бесценен. Поэтому, конечно, я с большим удовольствием всегда слушаю полезную критику.
Поэтому как бы вот стремитесь, растите над собой, смотрите. Я понимаю, что придумать свое что-то сложно, но в мире такое... Я ничего не придумал своего, да. До сих пор. В мире такое количество... Вырежи это потом. Халява. Халява! Я тут подсказываю... Замечательно, моя любимая рубрика «Халява». Давайте сегодня начнем с... розыгрыша приза. Для этого, Соник, подойди, пожалуйста, да? Я подготовил лототрон. Вот он, лототрон. По числу наших участников, вот у нас 8 участников. Это каждый кубик отвечает за участника. Мы сейчас присвоим каждому номер. Да. И когда я запущу лототрон, видишь, запустил лототрон. И на счет 1, 2, 3 я его остановлю, и какой выпадет номер, тот и будет являться победителем. Ну прям давайте так, как мы стоим, каждому присвоим номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ты доволен своим номером? Хотя ты не очень среагировал. Нормально, да. Ну с кем поменяйся, да? Пойдет. Да, пойдет. Остановился 8. Так, я запустил лототрон. И на счет 1, 2, 3 я его останавливаю. 1, 2, 3 Итак, победитель номер 4. Вот Опель всегда достают из золотые маски и все призы. Серьезно? Да. Он победил в выигрыш. Через Опель? Да. Ну вот. Сколько золотых масок у нас? 5 штук? Да. Вот. Вам еще. Фортуна просто к вам лицом. Самое время сказать про спонсора. Да. Сегодня, как и все предыдущие разы, спонсор нашей открытой пультовой компания «Харман». Harman – это холдинг, который включает в себя множество топовых брендов. Вот они. И один световой – это датская компания Martin. Второй наш спонсор – московская компания Яровит. Яровит занимается поставками и дистрибуцией всего этого оборудования в Россию, страны СНГ. Соник, смотри, что они делают. Они собирают наши конфетти. И будут его использовать. Да. Опорно. Здорово мы их рассказали. Итак, победил у нас сегодня в лототроне, Паша. Паша от компании Harman. Под номером 4. Да. Мы дарим вот такую замечательную беспроводную колонку Harman Kardon. Я, кстати, одну открывал. Соник, да. Там внутри кожаный салон, представляешь? Кожаный салон? Звук, кожаный салон. Все, вообще. Паш, поздравляю. Спасибо, что пришел. Властью данной мне нашими кураторами, спонсорами компании Harman и компании Яровит, я хочу поблагодарить девушку, которая посетила нашу сугубо мужскую пультовую. Оксане. Вот такой яркий, весенний, летний, что это, худи. Сам. Дави, слушай, я такую же хочу. Такую же? Конечно. А ну-ка покажи. Смотри. Ого! И Джибель. Да. Ну мы с тобой вне эфира пообщаемся. Смотри, вот такие браслеты. О. Вот оранжевые. Цвет, конечно, шикарный. Ну давай мы предоставим возможность... Выбора, да. Кто какой браслет. Слушай, мне нравится. Может, мне так... Как тебе? Слушай, прикольно. Футболка. Я заново запускаю лохотрон. Соник, по-моему, это первый в истории лохотрон, где можно что-то выиграть. Раз, два, три. И выиграет номер 3. Ты представляешь, 2, 3, 4. Вот такую футболку с большим удовольствием я даю победителю.
Спасибо, что пришел на этой торжественной ноте, я думаю, сегодняшняя открытая пультовая. Потихонечку. Нет, потом не закрывается. Нет, наша пультовая открыта всегда. Посмотри, нет ни забора, ни дверей. Забор был. Да. Унесли. Унесли. Чтобы не закрывали. Просто на время наша пультовая переезжает в другой город. И с вами мы увидимся в следующем городе. До встречи. Пока-пока.